Алло, Ромочка, как дела твои? Да нормально, меня зацепило немножко. Жду эвакуации. Сказали, только 5 Что утра сделал? приедут. Я ранила. Ну все нормально. В ногу чуть-чуть, голову, лобик зацепило, осколки. Вот, и в И сердце. что? В ребро И попало. все? Как в сердце? В сердце есть дырка, что ли, там? Нет, осколок. Но не глубоко. Вытянули? Не, не вытащили, будут вытаскивать. Так А залепили и все, бросили тут. Сказали, в 5 утра. ты где сейчас? Я на заставе, жду эвакуации. Куда эвакуация? В госпиталь. А госпиталь где? Не знаю, в Херсоне, наверное. А что, стой, подожди, я сейчас себя приду. Ну, коптер гранату скинул, короче. Я хорошо хоть убегать стал, короче. Не в окоп, он в окоп целился, я увидел, начал стрелять и уходить. И он меня там ебал. Он бросил этого под дерево. Такое отношение скотское к раненым. Ну, да, плохие. Промедол себе просроченный вскалил. Тогда. Ну, просто ни одежды, ничего нету. Блядь, что у меня тут замерзать, что ли, похуй.